Американский спецназ будет размещен в 75 странах мира. Президент США Барак Обама одобрил соответствующий документ. Глава Пентагона потребовал выделить в ближайшие 5 лет около 100 миллионов долларов. Часть из них пойдет на спецоперации. В настоящее время за пределами Соединенных Штатов размещены 13 тысяч бойцов отрядов специального назначения. Расширение коснется ближневосточных государств, стран Центральной Азии и Восточной Африки. Здесь сильны позиции Аль-Каиды.